собственники жилья, соседних домов, это 105 и 103, каким-то образом договорились и сделали свои парковочные места с замками. И каждый вечер такая проблема, что мы не можем поставить машины. Места свободны, это 10-11 мест. Кому обращаться, я не знаю. Ходила в управляющую компанию нашу, Октябрьского. Они сказали, к этой парковке мы не имеем никакого отношения.